Предприниматели, осуществляющие ввоз продукции на территорию ЛНР и ее вывоз за пределы республики, должны оформить документы в комиссии по вопросам внешнеэкономической деятельности. Об этом на пресс-конференции в Луганск-информцентре сообщил председатель Госкомитета налогового сбора в ЛНР Сергей Бородин. По его словам, между ЛНР и ДНР официальной границы нет, но между республиками существует внешнеэкономическая деятельность. Поэтому в районе Дебальцево и под Красным Лучом стоят постовые, проверяющие документы, чтобы продукция, въезжающая и выезжающая, была легальна. Для оформления этих документов необходимо обращаться к председателю комиссии по внешнеэкономической деятельности Бесединой Ольге Игоревне. Она принимает в 218-м комитете здание Госкомитета налогов и сборов в Луганске.